После оплодотворения в результате деления клеток зародыш из одноклеточного становится многоклеточным. В маточной трубе дробление происходит трое суток. На четвертые сутки зародыш переходит в полость матки, где он из многоклеточного шарика превращается в бластоцисту, в которой выделяют светлые мелкие клетки, расположенные по периферии, из них будет развиваться хориальная оболочка, трофобласт, и крупные темные клетки, из которых будет развиваться зародыш эмбриобласт. Дробление зародыша в полости матки происходит еще трое суток. В течение первой недели эмбриогенеза зародыш свободно располагается сначала в полости маточных труб, а затем в полости матки. На восьмые сутки происходит внедрение зародыша в слизистую оболочку матки или имплантация. В это время в зародыше начинается новый этап «гаструляция», который сопровождается процессом дифференцировки и перемещения клеток. Параллельно процессам, происходящим в теле зародыша, развиваются и провизорные органы, необходимые для эмбрионального развития. Амниотический пузырь, покрытый оболочкой и наполненный жидкостью, желточный мешок, пуповина. Затем изменяются объемные соотношения различных частей зародыша увеличивается желточный мешок и амниотическая полость. В этот период возникают характерные изменения зародыша. Зародыш быстро растет и приобретает цилиндрическую форму. Полость амниотического пузыря увеличивается, а желточного мешка резко уменьшается и приобретает вид узкого длинного протока, входящего в состав пуповины. Связь между развивающимся и материнским организмом обеспечивает плацента, которая начинает развиваться с момента имплантации. В это время трофобласт получает название хорион, который образует ветвящиеся ворсинки, окружающие зародыш со всех сторон до восьмой недели развития. Стенкой, разделяющей кровь зародыша и кровь матери, является оболочка ворсинки и кровеносного капилляра. Уже на третьей-четвертой неделе возникают закладки основных систем организма ⁇ сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной, нервной системы, которые начинают функционировать. В это же время появляются клетки крови и первичные половые клетки. Процессы образования и становления органов продолжаются до окончания срока беременности и обеспечивают рождение здорового ребенка.